находимся на выставке «Борзол 2019». Передо мной представитель компании «Эхайм». Эдуард, давайте попросим его рассказать о новинках этого года. Эдуард, что нового предлагает участие компании «Эхайм» в этом году? Здравствуйте. У нас появились новые внутренние фильтры для углового применения. Называются «Аква». Эти фильтра есть в размере 60 литров, 160 литров и 200 литров. Модулярные, получается. Можно легко разобрать для чистки. Внутри у нас находятся такие губки. Также можно заместо губок поместить биологически фильтрующий материал, например, Субстрат Про. Или уголь. Для угля у нас есть отдельный отсек сверху. Сейчас я его покажу. Получается, вот здесь вот эта камера открывается. Сюда можно позиционировать уголь. Легко открывается и закрывается. Также у пумпы есть вот здесь снизу регулятор потока воды и встроенный диффузор для распыления воздуха. На какие объемы рассчитаны эти фильтры? Ну, мы стараемся для клиента сделать уже, говорится, легкое обозначение. 60 – это максимально 60 литров, то, что указано на упаковке. Максимально 160 литров второй фильтр, и третий фильтр – до 200 литров. Если клиент замечает, что у него там больше рыв, нужна больше биологии, говорится, я как говорил, можно заменить фильтрующий материал, или также докупить один такой отсек и просто добавить его к фильтру. Ну и, как всегда, их можно использовать и в пресном, и в морском аквариуме. Да, конечно. Что еще новенького? Также новый, это у нас вот этот обогреватель, термоконтроль электроник, в размерах от 25 Вт до 400 Вт. 400 Вт раньше не было, это вот новый размер. У нас появился до 1200 литров аквариумов. Это один из самых больших нагревателей, на самый большой объем. Ну, кто знает, тот знает. Компания «Эхайм» всегда выпускала надежные нагреватели. Также, говорится, у нас комфортабельный размер у этих обогревателей. Иногда спрашивается, почему длина немного больше, чем у, скажем, других компаний. Это зависит от того, что чем больше контакта воды с самим прибором, тем лучше отдача температуры происходит. Получается, мы быстрее набираем нужную температуру, и она уже очень хорошо держится. Ну, традиционный вопрос, можно ли погружать целиком? Можно полностью погружать. Важно, что вот... Ниже. Что минимально до вот этого был в воде или полностью. Если он будет не полностью погружен в воду, то просто термостат, кто находится вот в этом периоде, будет неправильно мерить воду. Он полностью погружаемый. Здесь сверху видим температуру, на какую мы хотим выставить прибор, до 32 градусов. И также у нас здесь находятся два светодиода. Один красный, один зеленый. Если температура достигнута, загорается зеленый светодиод, иначе горит, когда он обогревает красный свет, что обозначает работу. Прекрасно. Что есть новенького для растений, для подачи СО2? Для СО2 у нас мы выпустили СО2-систему. Сегодня на российском рынке у нас есть два диффузора, но скоро будет и расширенная линейка. Диффузоры работают как распылители. Вот этот маленький диффузор до максимально 400 литров аквариумов. Сверху специальное центрированное стекло, через которое потом проходит газ и распыляется очень нежными маленькими пузырьками. Также отдачный клапан снизу, чтобы при остановке подачи газа вода не заходила назад. И можно также числитель газа здесь увидеть. То есть счетчик пузырьков. Счетчик пузырьков встроенный здесь. Вот рядом вижу сачки, и, честно, не совсем понимаю, это что такое. Как я показывал уже на прошлой выставке и компании «Аквалога», у нас есть такой вот скребок Rapid Cleanup. Этот скребок имеется в трех размерах, это средний. Есть один прибор длиннее и также совсем короткий, на 25 сантиметров. Для них у нас имеются разные насадки, губки, потом вот такой вот ёршик, чтобы наматывать водоросли, чистить шланги. Да, и, конечно, сейчас мы также предоставили вот такие вот насадки для него, чтобы можно работать как с очком. Очень мелкая сеточка. Хорошо. Да, и три размера. Большая 20 на 15, 15 на 12 метров и 10 на 8. Ну что же, прекрасно. Остается только поблагодарить представителей компании «Эхайм». Подробный, интересный рассказ. А что будет дальше, мы вам расскажем.